автобусы с яркими красивыми наклейками появятся на дорогах Сочи в апреле следующего года. А пока они даже без номеров находятся на стоянке в муниципальном автопарке Сочи Автотранс. А выйти в рейс сейчас не получается. Необходима процедура оформления документов. Проводится обследование маршрутов совместно с сотрудниками ГИБДД и службы дорожного хозяйства, конкурсная процедура по техническому обеспечению транспорта. Оформляются также паспорта готовности. Всем этим занимается Центр по ремонту и эксплуатации образовательных организаций, который недавно создан. Мы ищем, конечно, профильных специалистов, транспортников, специалистов по безопасности дорожного движения, специалистов, которые будут координировать деятельность, связанную с выпуском автобусов на линию, с арендой стоянок, площадок. Нам сегодня их нужно 5. Пока мы имеем в наличии договоры по 3 площадкам. Планируется взять на работу 100 водителей для специализированных школьных автобусов российского производства. Это всем знакомые пазики. В них 31 место с ремнями безопасности. Школьные перевозки будут организованы с обязательным сопровождением взрослых. Логистические схемы разработаны. В Сочи в новом году будет обеспечен подвоз на учебу 6 тысяч детей. Средства на покупку школьного транспорта выделены из регионального и местного бюджетов. А в целом на приобретение автобусов край затратил 340 миллионов рублей. Новые автобусы появились в 12 районах края. Всего более 120, половина из них по просьбе главы города Анатолия Пахомова досталась Сочи. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.